Состояние дорог в микрорайоне Фонтаны. На улицах Изобильная и Чкалова в оккупированном Симферополе с каждым днем ухудшается. Ямочный ремонт не помогает, водители жалуются. Машины ломаются, ремонт никто не компенсирует. Власти города разводят руками. В бюджете денег на дороге нет. Вот мучаемся ездить, ходовую разбиваемся. Но вот там свои люди починили, вот сами скинули, что ли, вроде, починили тот угол. Там вообще невозможно, я там бампер сломал, все там ломается. Ее делают, когда дождь идет или когда снег идет, там что-то помажут сверху, и все. Просто невозможно ездить, и ремонт, и время уходит, и люди жалуются тоже. Неделю назад я видел машину белую, оставила на углу бампер. От ям, летела в яму, лежал бампер. Отсутствие средств в этом году вообще пока, вот городу не дали вообще денег, чтобы все понимали. Вот то, что мы сейчас предпринимаем аварийные действия, это бюджет города, причем он не обладает такими серьезными средствами. Вот латаем, значит, латочками, там надо серьезные средства, я знаю, о чем вы говорите.